Американские диетологи предложили нам так называемую вилочную диету. Суть ее в следующем, что не важно, что вы едите, не важно, сколько калорий вы съедаете, важно следить только за тем, во-первых, питаться нужно только, еду брать только вилкой, и подносить вилку ко рту можно только 60-70 раз в течение дня. Благодаря этому правилу можно похудеть на несколько килограммах, как утверждают вам американские специалисты.